Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и разработчики повторили рулетку на контейнеры. Открывать будем на одном из моих твинков, потому что здесь у меня самый годный для этого золотой запас. По планам уйти не ниже 10 тысяч, короче говоря, слить 4800. Что касается стоимости данной рулетки, то здесь, ребят, у нас целых 20 прокрутов, и суммарно вся рулетка вам обойдется ни много ни мало, а целых 20 680. Вопрос в том, что вы отсюда сможете достать. Больше всего меня смущают вот эти контейнеры с кастомизацией. Чуть меньше меня смущают черные контейнеры, из которых может выпасть золото. Поэтому будет хоть какая-то компенсация, надеюсь. Плюс есть у нас целых 3 раза по одному контейнеру, собери их все. Есть 2 раза по одному контейнеру сюрприз, который мне тоже не нравится, потому что контейнер из контейнера, из которого возможно что-то выпадет, но это прям очень сильно смущает. Что касается мистических контейнеров, то ни вашим, ни нашим. Кому-то что-то выпадает, кому-то нет. Ну а что касается контейнеров бомбический, то из них действительно многим игрокам что-то падало, и падали довольно неплохие машины. Ну что, давайте будем начинать, не будем затягивать. Первый прокрут, скорее всего, сейчас будет кастомизация, либо черный ящик, а из него, возможно, голдишка какая-то вернется. Ну вот, пожалуйста, то, что я говорил, контейнер с кастомизацией. По большому счету, нафиг мне не нужен. Кастомизация далеко не то, за что я готов отдавать кровную голду, особенно за какого-то рода вот такие вот аватары. Ребят, делаю это открытие исключительно для вас, сливаю кровную голду, поэтому, если вам не сложно, поддержите данное видео лайкосами, напишите комментарий для того, чтобы все мои страдания не были напрасными. Ну и, соответственно, помогите каналу развиваться и помогите, пожалуйста, ему все больше и больше популяризироваться на платформе YouTube. Итак, мега-контейнер, что из него падает? Ну, давай. Талисман золота и 300 голды вернулось. Ну, хоть что-то вернулось, это уже хорошо. И я, получается, сейчас в плюсе на, грубо говоря, 50 голды. По-моему, вроде бы пока неплохо. Ну, не то чтобы я в плюсе, по крайней мере, я не в каком-то там существенном минусе. Вот это меня радует, наверное, ребят, даже больше. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, контейнеры — это не самая лучшая идея. Лучше покупайте себе машины, когда они появляются непосредственно на продаже в магазине, на каком-нибудь новогоднем либо летнем аукционе или, допустим, на Черную пятницу по скидкам. Но контейнеры, ребят, это, скажем так, игра с вашим фартом. А насколько ваш фарт велик, тут уже сами взвешивайте. Из черного падает, скорее всего, сотня. Да нет, ребят, целых 400. Забираем. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Ну и получается, ребят, что я топчусь на месте. Я сделал несколько прокрутов, и в итоге как было 14799, так пока и остается. Ни одной пока машины нет, но хотя бы стоим на месте. Уже хорошо. Уже считаю, что неплохо. Хотя с таким же успехом можно было просто ничего не крутить. Что у нас здесь? Блин. Вышел случайно. Давайте все-таки откроем. Это нам не надо. Камуфляж сейчас абсолютно не интересен нам. Заходим в разное и все-таки откроем вот этот черный контейнер, который выпал. Итак, черный ящик. Из черного ящика нам выпадает, ребята, сколько голды? 400. Вау, я иду в плюс. Я опять пошел в плюс, но уже на большую сумму. Это, я считаю, круто. Действительно круто, и это увеличивает наши шансы на получение какого-то контейнера, из которого действительно машина выпасть может. Ну, давай, бомбический выпадет. Фиг там. Есть, мистик. Открываем мистический. И что у нас здесь? Давай мне мистический сертификат сразу на бочку. Нет. Забираем 100 голды. Частично компенсировали затраты, но, видите, чуть-чуть ушли ниже стартовой цифры по копилке. 450. Ну, давай. Давай, 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 давай. Вот что-нибудь хорошенькое такое, а? Пожалуйста. Нет, ничего не получается. Не буду сейчас его открывать, потому что не хочу расстраиваться и видеть опять у себя на экране какой-нибудь ненужный мне абсолютно аватар. Ну, машину, давай. Давай машину. Черный ящик. Окей, хорошо. Открываем черный ящик. Из черного ящика мы получаем с вами опять голду. 400. Блин, ну даже становится интересно, серьезно. Я сейчас ничего по факту не получил, ну, по большому счету, но потратил, грубо говоря, 700 с копейками голды. 750, да, если так правильно считать. Ладно, поехали дальше. Ну, давай. Ну, давай, 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 давай.
Мега-контейнер. Открываем еще один мега-контейнер. Ну, тачка будет сегодня. 300 голды. Но, типа, вроде бы, знаете, так вот... Типа, вроде бы ты там не сильно в минус уходишь, но по факту косарь я уже слил в никуда. Просто в никуда. Крутим. 720. 720. Неужели вообще ничего не достану? Ну, хочется хоть что-нибудь получить. Контейнер-сюрприз. Класс. Открываем контейнер-сюрприз. И из контейнера-сюрприз мы получаем с вами контейнер на М48А2 Раумпанзер. Ну, не могу сказать, что это прям какая-то крутая тачка, но вдруг, вдруг сейчас действительно машина упадет. Ну, фиг там. Фиг там, просто 200 голды и на этом привет. Что у нас еще? 3200 в запасе. Давайте еще пару раз крутнем. Жалко, конечно, честно говоря, вот так вот глупо расставаться с голдой за, ну, будем считать, там, за 5000 можно, в принципе, просто взять и купить себе машину. За 5,5 все помнят, Левчика продавали в составе крутого набора, есть машины по скидке по 4500, по 3500 можно купить годные какие-нибудь семерочки. А, думал, что еще раз открою. Но сейчас просто вот в унитаз сливаю золотой запас и надеюсь, что с вами такого, ребят, не произойдет. Очень грустно. Прям совсем-совсем. Кастомизация. Класс. Не хочу. Просто забираю, не будем открывать. Что там у нас по копилке? Ну вот 1419 и 1100. Это последний прокрут. Больше крутить не буду. Не хочу. Не хочу опускаться ниже 10 тысяч. Надеюсь на то, что я просто на Черную Пятницу какую-нибудь машину просто возьму и куплю себе. Ну, давай, с мистиком мне сразу 100 кусков. 100 кусков на бочку. Ничего. Только собрал талисманов себе, абсолютно ненужных, ну и в принципе все. Ребят, вот такие вот результаты прокрутов. Дальше крутить я не вижу вообще никакого смысла. Ну просто потому что собери их все, блин, я и так их могу купить. Мистики тоже невыгодно, 1250. Даже если сейчас говорить о том, что мне выпадет там, понятное дело, контейнер бомбически не упадет, но даже если мне выпадет два вот этих мистика, то их проще за 500 голды сразу купить в магазине. Вот и все. Если говорить о собери их все, то там вообще полторушка за 3 контейнера, то есть по 500 за штуку. Ну и, соответственно, эти контейнеры тоже того не стоят. В общем, вот такая вот рулеточка. Крутить, не крутить, здесь решать вам. Мое дело показать реальные ваши шансы на выпадение чего-либо. И если вы за честность, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. И всех жду сегодня вечером на прямой трансляции, где будем разыгрывать ключики к контейнерам, получаемым за трансляцией. Точнее так, ключики, которые вы получаете за просмотр трансляции, чтобы открыть конты болельщиков. Вот так, ребят. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.